очень простая техника. Каждое утро вы просто вспоминаете три человека, любых, вот любых совершенно. Я благодарю того-то за то-то. Да? Мы говорим благодарность. Прям проговариваем, а лучше вообще записать. Второго, я благодарю такого-то за то-то. То есть конкретно, кого и за что. Не просто так, я благодарю Господа, маму и папу. Вот. Нет, это поверхностно. Надо именно внутри себя найти. И теперь в течение дня мы делаем одно. Можно, конечно, больше, но чтобы вот не спрыгнуть, давайте начнем с одного. Одно какое-то благое дело любому человеку. То есть мы просто придумываем какое-то конкретное дело, делаем, если возможно, именно тайно, потому что это еще воспитывает наше эго. Делаем не то, что мы бы хотели сделать, а то, что нам кажется, этому человеку хочется. То есть культивируйте, попробуйте поработать таким образом. С утра поблагодарили конкретно за что-то трех людей и один раз в день сделали кому-то простое-простое, без каких-то изысков, но благо.